Добился хотенд на 3D принтере Anycubic Cobra 2 Max. Открутил сопло, но засорение в итоге дальше, скорее всего, в термотрубке. Буду сейчас снимать полностью его и разбирать. Первым делом нам нужно открутить вот эти винты. Чтобы оценить данный шлейф, нужно вот в этих местах по бокам раздвинуть и потянуть наверх. Вот. И здесь по бокам все. Мы отсоединили хотенд. Теперь нужно его разобрать. Теперь нам нужно соединить вот эту пластиковую часть вместе с вентилятором. Для этого нужно откручивать вот эти болты. Откручиваем. Так. Теперь нам нужно отсоединить вот эти два шлейфа. Точнее, два штекера. Да. Все, отсоединили. Теперь отсоединяем вот эти штекеры. И откручиваем вот эти винты, болты. Все, отсоединили. Он уже посыпался с него. Видите? Откручиваем вот эти винтики. Вытащили. Металлическая трубочка, в которой входит сопло. Вот. И виновник нашего засора — это вот эта пластиковая трубочка. Так, вот она как раз застряла. В ней застрял пластик. Вот это. Вот этот пластик застрял. Вот этот кусочек. И вот еще белый. Вот этот белый, новый, только что пластик ставил, из-за него это все проблемы. Вот. Теперь думаю заменить трубочку на новую, раз уж разобрал. И собрать. Так вот шла новая трубочка в комплекте еще. Старая, если посмотреть, она вот такая уже деформированная здесь. Скорее всего, это когда толкал пластик, ну и еще когда здесь засорилась, она вот повредилась вот здесь. Так что ее пока что мы убираем. Возможно, в будущем, если на черный день оставим, чтобы подрежем и вставим. Но, скорее всего, лучше найти новые купить. Потому что такие, может быть, не хватит длины, еще что-нибудь. Вот, поэтому ставим новую.
для удобства установки хотенда лучше снять каретку. Теперь можно удобно все это дело приложить, подогнать отверстие и закрутить. Здесь вот соединение ремней. Каретку нужно присоединить к... Вот. И теперь соединяем двумя болтами сзади. А теперь нужно попасть в эти отверстия. Все, чтобы не болталось, можно подкрутить теперь коробку снизу. Все, теперь держится. И второй докручиваю. Все, на месте. Теперь можно подключить шлейфы. На мотор. И на сам хот-энд. И защиту. Все. Чтобы поставить сопло, нужно первым делом поставить нагрев пластика. Ага. Теперь, когда нагрето, нужно поднять сопло. Манипуляции с хот-эндом нужно обязательно произвести калибровку.